Ну сколько еще ждать? Долго, долго ждать, сестренка. Эй, ты чего здесь сидишь? Ага, пойдем с нами играть. Не, ребята, я с вами не пойду. Я сестренку жду. Она должна прилететь из города Блинк и остаться со мной до Нового года. Мы проведем с ней вместе все новогодние праздники. Самолет авиакомпании Low Surprise приземляется. Внимание, внимание. Самолет авиакомпании Кукол Low Surprise приземляется в Лоу. Ура! Вы слышали, вы слышали? Сейчас я познакомлю вас со своей сестренкой. Самолет уже приземляется. Долетели. Земля! Земля! Ура! Фу, долетели. Ой, а где моя сестренка? Здравствуйте, здравствуйте, извините, пожалуйста. На этом самолете должна была прилететь моя сестра. Из города Блинк. Посмотрите, пожалуйста, она должна была точно-точно прилететь, но в самолете ее не было. Из города Блинк? Посмотрим. Вы знаете, рейс из города Блинк сегодня отменен. В связи с непогодой. Да, там такие воздушные бури. Нет, нет, извините, ваша сестра сегодня, мне кажется, не прилетит. Как это не прилетит? Я ее так ждала, так ждала. Какая еще непогода? Вот так вот, ребята. Что? Что случилось? Почему ты плачешь? Я так ждала твою сестренку, а там говорят какие-то бури воздушные, и сказали, она ко мне не прилетит. Да ну ладно, ты это, не плачь, пойдем с нами играть к бассейну. А потом буря закончится, она к тебе обязательно прилетит, что ты плачешь? Да, ну ладно, пойдемте, попробуй поиграть, чтобы отвлечься. Я так ждала сестренку. Прэшис, дай, пожалуйста, попить, сегодня так жарко, я бы, наверное, целое море выпила, вон то. А что там, ребята, смотрите. Где? Корабль! Какой корабль? Где корабль? Корабль, корабль! На корабле моя сестренка, смотрите! Low Surprise Blink! Привет! Приветствую, Low Town! Самолеты сегодня не летают, вот я на катере решила к вам добраться. Привет, сестренка! Привет, девочки, привет, мальчики! Сегодня у нас очередная новиночка Low Surprise серии Blink. Blink серия — это серия шариков сюрпризов Лол. Как вы думаете? Новогодние шарики на елку. Их можно повесить на елку и украсить целую елочку такими шариками. Представляете? Мне кажется, будет просто здорово. Новогодняя елка с шариками Лол. И можно открывать сюрпризы каждый день до Нового года. Так, а это наша сестренка, которая прибыла в Лол Таун. Давайте ее откроем, чтобы они наконец-то встретились. Давай посмотрим. Та-дам! Что у нас здесь? У нас здесь наклеечка. Glitter on point. Блеск. Блеск на точке. Блеск в точку. Точка в блеске. Хм, сейчас узнаем, что это значит. Так, у нас второй слой. Такие интересные замочки со звездочками. Уже голубой. Так, и что тут у нас? А здесь у нас возможности нашей куколки. Меняет цвет в холодной воде. Думаю, стоит на это посмотреть. Она как раз приплыла на катере. Вокруг много воды. Так. Последний слой. И мы практически распаковали наш шарик. Во. Есть контакт. Или не кнопочка. А здесь еще пленочка. Прозрачная пленочка. Представляете? А я думаю, почему не открывается? Здесь еще придумали пленочку одну. Так-так-так, сейчас. Я даже не доберу сюда куколки. Так, ну что? Та-дам! А внутри у нас один большой пакетик. Даже не пакетик, а бумажка. Здесь инструкция. Коллекция. Вот они, наши куколки серии Blink. Ага, они тоже блестящие-преблестящие. Они, кстати, как куколки второй серии. Вот она, Troublemaker. Вот она, Prankster, которая у нас есть. Прикольно. Только они, к ним добавлены блески. Давайте посмотрим. Очень интересно, что за куколка нам попадется. Давайте посчитаем. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5 пакетиков. Так, нет, куколку откроем последнюю. Смотрим.
Какое платье блестящее, приблестящее. Здесь вообще куча блесток. Оно прям все в блесках. Так, открываем следующий пакетик. Нет, не открываем, потому что оно плохо открывается. Да, очень-очень блестящие туфельки, прям все блестящие, приблестящие. Просто взрыв блесток. Очки, розовые блестящие очки. Это у нас модная куколка получается. Так, там что? Ух ты, бутылочка. Черная с розовыми блестками. И самый волнующий момент — это куколка. Давайте я сейчас откроем. Ух ты! Ой, у нее на волосах прямо хлопья блесток. Прямо вообще просто шик, блеск, красота. И глаза блестящие. И здесь такая татушечка. Татушечка с надписью «Мам». Сердечко. Здорово! Крутецкая кукла. Давайте ее оденем и отправим навстречу уже сестренкой. Она и так немножко задержалась из-за отмены рейса самолета. Ух ты! Крутецкий блестящий наряд у нее. Во. Так, одеваем юбочку. Так, как она одевается? Вот так, наверное. Так. Во. Очки слетели. Ай-яй-яй, нужно было в последнюю очередь их одеть. Ну да ладно. Ух ты, просто здоровская куколка. Такие вот новогодние шарики. Лол сюрприз блинк серия. Кто у нас попался? Смотрим. Это Pink Baby. Pink Baby, розовая бэби у нас. Ну что, иди встречай сестру. Привет, сестренка. Не могла тебя обмануть и не прибыть сегодня в твой город. Пришлось плыть на катере, так как самолеты отменили. Сестренка, а там кто, твои друзья? Да, Pink Baby, там мои друзья. Они вместе со мной ждали твоего прибытия. И вот ты здесь, ура! Ну что, малыши, катер в вашем распоряжении. Можете покататься с горки в бассейн, если, конечно, хотите. Ого-го, какая она розовая и блестящая у тебя. Блестящая-приблестящая. Там в городе Блинк у вас все такие блестящие. Да, мы все там такие блестящие-блестящие. После новогодних праздников могу пригласить вас к себе. Ой, какая вода холодная. Я даже поменял цвет. Смотрите, у меня стали синие трусики и синяя соска. А еще вот такой значок на глазике. Здорово, идите все сюда, посмотрим, кто как меняет цвет. Ух ты, я тоже хочу посмотреть, кто я меняю. Ой, вы только посмотрите, какие у меня здоровские колготочки. У меня стали трусики в горошек, колготочки и синяя кофточка. Здорово. Сестренка, а что меняю в ты? Иди сюда. Ой, малыши, вас там так много, что мне уже нет места. Прешес, какой у тебя интересный синий костюмчик. Здорово. Ну что, ребята, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дренелка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока. Вам понравилась новая серия куколок Лол? Серия Блинк. Шарики, которые можно повесить на елку. Пока-пока. А я купаться.